Ноутбук Dell P28F. Покажу, как поменять жесткий диск, заменить либо добавить оперативной памяти. Значит, первое, что нужно сделать в любом ноутбуке, это снять батарейку. Флажки развели, и батарейку сможете поднять. Снимаем батарейку. Откручиваем два болта, вот здесь крышка держится двумя болтами. Крышка сама пойдет вверх, потому что болт ее отталкивает от той стороны. Здесь есть шпилька внутри, мы ее не видим, как бы она туда заводится. Чуть-чуть подняли. Оп, расщелкнули. И шпильку вывели. Тут даже не одна, тут три ошек. То есть она как бы вот так вставляется в обратном порядке и защелкивается. Оперативка. Оперативная планка здесь всего одна. Шпильки в разные стороны развели. Оп. Ногтей нету. И планка поднимется. Берете эту планку, идете в магазин, говорите, мне нужна такая же, но большего объема. Чтобы не думать, какая она, там, форм-фактор там, и так далее. Просто показывать продавцу, он даст вам все, что нужно. Вот. Покупаете планку большего объема, там, допустим, на 8 гигабайт. Ставите ее, все работает. Вставили под углом, защелкнули. Дальше, жесткий диск. Жесткий диск здесь держится двумя болтами. После того, как болты открутим, ее вот так вот за этот хвост чуть-чуть сюда, она внутрь уйдет жесткий, и сможем его вытащить. Два болта, 3 на 3 они. Их откручиваем. Отвертку с магнитиком. Два болта выкрутили. Жесткий диск сдвигаем и под углом вытаскиваем аккуратненько. Оп, тут у меня хочется немножко аккуратнее, чтобы нигде следов не оставить. Так, вот такая штука. Снимаете вот эти два болта, снимется железочка, на это место ставите SSD-шку либо жесткий диск и в обратном порядке вставляете. Ну, в принципе, все, собираете также в обратном порядку, крышкой закрыли и все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал.